Они приняли клятву Гиппократа и посвятили свою жизнь служению людям. Врачи Орехово-Зуевского округа – самоотверженные, грамотные, надежные профессионалы. Сказать, что последние 2 года были для них сложными, значит не сказать ничего. Наверное, нет такой специальности, представители которой не ощутили бы на себе последствия пандемии. Только совместные усилия нам помогали выдержать, выстоять, потому что нагрузка, конечно, чрезмерная на докторов, на весь медперсонал. Конечно же, мы боялись так же, как и все. Боялись, может быть, не в первую очередь за себя, а за свои семьи, за своих детей боялись. Болезнь их не щадила. Многие сами оказались на больничной койке. Очень тяжело болела. 4 месяца была на больничном. Лежала 4 раза в стационаре. В Монике последний раз лежала. Там меня выходили, так скажем. Ну и только как вышла, я опять снова приступила в апреле на работу. Мы всегда готовы работать в любых обстоятельствах. Сложных, несложных. Такова наша профессия. Благодарность за труд врачи Орехово-Зуевского округа были удостоены высоких наград. Их медикам вручил глава округа Руслан Заголовацкий. Государственные награды России – орден Пирогова и медаль Луки Крымского, знак «Отличник здравоохранения РФ», звание «Заслуженный работник здравоохранения», благодарность губернатора области и Министерства здравоохранения региона, благодарственные письма. Всего было отмечено более 30 медицинских работников округа.